Всем привет, ребята, с вами Нюкин. И можно вам признаться, да? Я автоман. Я просто-таки зависим от спортивных автомобилей. И представляете, вот только хотел маленько отвлечься от всего этого, купил себе аккуратненький плакат, типа буду сидеть дома, любоваться на эти тачки. И тут приходит смс-ка, мол, здрасте, в вашем городе проходит выставка спортивных автомобилей. Гиперкаров, суперкаров, я такой, ну спасибо, блин. Поэтому все, ребята, мы сегодня едем туда, всей семьей. Мы детишки тоже очень любят автомобили, а вот, ну как, собрались, все взяли с собой, фотик взяли? Так, отлично, ну тогда погнали. А где Полина? Полин, ты у нас сама машина, поэтому я думаю, тебе это будет вдвойне интересно. Так, все, закрываем дверь в мою комнату, потому что сюда входить, пока пап там нет, нельзя. Все, идемте. Так. Ух, блин, я себе специально покупаю супер дорогие машины, езжу на старых развалюхах, потому что я понимаю, что как только получу себе мега офигенную тачку, то все. Пиши пропало, буду заниматься только тем, что буду гонять по улицам по ночам, и все. Город спасать будет некому. Лиза, не отставай. И считайте. Как бы все, карьера отца-одиночки на этом закончится. Будет уже карьера какого-то гонщика нелегала. Но на самом деле, блин, я пару раз все-таки сорвался и купил себе кучу гиперкаров. Ну, штуки 2-3. Но их пока все еще не довезли. Поэтому я все еще папа-одиночка. И да, мой сын водит Форд. Отлично. Все, погнали. Вот она! Выставка моей мечты. Автоэкспо 20. Рекс даже из окна выскочил, ну не мудрено. Ну все, дети, погнали! Ух, сейчас машинки мои, машинки! Что? Слушай, гоп-стоп какой-то. Детишки? Что не так? Не пустим, пока не пообещаешь. Так, я не понял, что это за условия такие? Что это я вам должен обещать? Ты должен пообещать, что не будешь ничего покупать, не потратишь деньги на эти машины? Ребята! А зачем тогда туда идти? Ну, дети! Ну, если, ну пожалуйста, хотя бы вот Порше один. Или он в Феррари стоит. А, ребята, просто вот, я вот, обычно вы меня знаете как человека очень такого рассудительного, ничего лишнего не покупающего. Но в последнее время вот началось все с этого Мерседеса долбанного. Потом пошло-поехало. Это значит Порш, это там, что там еще было? Я уже забыл, со счета сбился, потому что все, мне башню снесло. Хочется новой тачки. Вот я вспомнил, как я был мега богатым, потом началось там дети... То да сё, там школа, садик, эти траты, эти там накопления, и все забыл о своем увлечении. А тут автосалон, машины! Ладно, хорошо, я понимаю. Все-таки, когда ты человек с детьми, ты должен думать о своей семье, о будущем, и вот такие спонтанные траты, это уже тебе не по карману. Все, ладно, обещаю, ничего покупать не буду. Хорошо? Все, погнали. Вау! Да, тот самый гелик! Ну, конечно, это уже меня не так впечатляет, мы его уже увидели. О, Полина! Помнишь? Тот самый, видишь? Это, походу, именно та же самая машина. Нифига себе! Или... Да, по номерам та же самая машина, офигеть! А могла бы сама на нем ездить? Че, не жалеешь, нет? Что, могла бы на Порше катать? Так, о, ну это R8 уже всем надоело. А вот этот вот, о, Ягуар я бы прихватил, да. Феррари только вот у Моргенштерна такая была. Здрасте, покупайте, Блин. Вот постоянно за мной ходит, не отходит ни на шаг. Ладно, все, понял. Идемте. Феррари. Ладно, все. Опа, а что такое? Так. Знаю, все, узнал. Ребята, кто знает эту машину, пишем в комментарии. Тоже такая олдскульная тачка, но очень мощная. Все. Да, дети, я ее покупать бы даже за деньги не стал. Ну, в смысле, даже если бы вы мне ничего не... Там, не требовали от меня, не шантажировали бы... Что? Мне кажется, я что, сплю? Дети, ущипните меня, пожалуйста. Ай! Реально! Я понял, что неискушенные фанаты автомобилей могут не понять моего удивления. Но, ребята, это самая быстрая машина на Земле, на планете! Вы что думали, самая быстрая машина это Чирон? Ха-ха-ха! Ой, как бы не так, и не смешите мои булки. Ребята, это Venom GT! Чё? Чё за грамотепись, какой Porsche, вы чё? Кто это написал? Кому руки оторвать?
Блин, ребята, в общем, это не Porsche, это Hennessy. Это машина Hennessy от Tuning Atelier. И она построена на базе Lotus. Кто не знает Lotus, то пусть знают, это очень маленькая, быстрая, шустрая машинка. Но вот эта машина, это просто ракета. Это просто пушка-гонка. Стоит каких-то бешеных денег, было выпущено всего там, я не знаю, 14 что ли штук. На весь мир, представляете? Да, сносите, пишите заново, а то, я не знаю, проводить автосалон и путать название автомобилей, ну, это непростительно. Блин, сколько же она стоит? Дети. Так, как бы её тут купить незаметно? Так, может, я не знаю, там где-нибудь сидит под сценой какой-нибудь продавец? Что? Да как? Я просто хожу, обглядываюсь. Что вы думаете тут? Блин, ну, дети, ну, хватит за мной же шпионить. Ну Кадиллак, да, ну чё мне интересного для рэперов всяких. Порш еще один. Ну вот всякий олдскул тут. О, гараж какой-то. Ну, в целом, блин, я бы сказал, что выставка прошла впустую, если бы не вот это чудо. Ё-моё. Так, ребята, ну, я должен что-то придумать. Я должен на нём пок... Сёпа, хватит ходить за мной по пятам. Я не маленький уже. Так, Сёпа. Дети, а знаете что? А давно ли вы обновляли свой Инстаграм, а? Сколько у вас подписчиков, а? Ну и что? И вы это так оставите? Вы же полицейский ходит. Дети, вы знаете что? Лайфхак. Берете мой телефон и фоткайте с каждой из машин. И я отвечаю. Вам на утро будет там обеспечены 1000 лайков. Вот отвечаю. Маленькие дети около крутых тачек. Это просто всегда гость программы. Все, давайте вперед. Так, телефон слил, считайте, жучок тоже слил, никто за мной больше не следит. А я могу аккуратненько, ну хотя бы поглазеть на нее, уже, конечно, не сфоткаюсь, но, блин, как-нибудь можешь залезть сюда? Так, вот отсюда можно. Так, и... Опа! Блин. О, мужчина! Извините, а можешь как-нибудь посидеть в этой машине? Можете мне открыть ограду, пожалуйста? Блин, 100 тысяч платить просто, чтобы посидеть? Так, Петя, иди с другими машинами фоткаться, это моя. Я вас узнал. Ага, да, ребята, кто его узнал? Ставьте лайк. Ну, блин, как же... Вот я его тогда нагнул. Сейчас с этим, помните, с той тачкой, с Лотусом. Сейчас он, походу, хочет отыграться, ну, ё-моё. Знаете что? Я придумал. Так, они никто не слышит. В общем... Нафиг мне в ней сидеть, я хочу ее купить. Да, не ослышались, хочу ее купить. Полина, я оговорился, я хочу купить этот комп. Да, идите, давайте быстрее. Че, Степа, комп что ли не хочешь? Ты всегда говорил, что вот, почему у Пети есть, у меня нету. Тебе куплю вон цветы, иди. Блин, давайте отойдем, ладно, у меня дети караулят. Вон сюда, пойдемте. Вот сюда. Так не палит. Давайте, называйте цену. За любые деньги куплю. Только быстрее, пока дети не увидели. Что? Я в шоке. Черт. Слушайте, у меня только 8 есть. Дом? Но нам же в нем еще жить, как бы. Как бы у меня дети, у меня детей много. Может, говорю, ну скиньте двоечку-то, а? Чувствую себя вообще нищим, бедным. Ну, блин, ну пож... Ёма, да обдиралка какая-то, ёма, это вообще беспредел. Так, дети не услышали? Фух, пронесло. Ладно, хорошо. Ладно, договорились. 8 лямов и дом. Пойдемте, подпишу. Обалдеть, ребята, она моя! Охренеть, машина моей мечты. Чё? А, да, сейчас. На, держи, подавись. Ты мне ключи от тачки давай сюда, быстрее. Давай. Ага. Благодарю. Все, проваливай. Обалдеть. Что-то, конечно, маленько стыдно, но ладно. Вы просто не все знаете. Вы просто не понимаете, да. Вам не понять. Охренеть. Ну, посмотрите. Ну, вы можете там сказать, кто-то кому-то не понравится. Мол, типа, скажете, некрасивая, маленькая. Обалдеть. Ну, это машина моей мечты. Все, ничего не хочу слушать. Не ваше вообще дело. Все, погнали. Так, сейчас надо только гараж открыть. Охренеть, ребята. Обалдеть. Что?
Ой. А вы чё, я просто так вот взял рядом постоять. Так как вы узнали, я не понял. Вы же шпионите за мной? Вот так вы любите своего папу? Как вы слышали? Чё? Он вот трепло, ай, вот трепло. Ай, дети. Тихо, тихо, без паники. Слушайте меня. Все не так плохо. Все не так плохо. Сейчас, да я его перехитрил, сейчас я вам все объясню. Сюда идите, сейчас расскажу все. Так, никто не послушает. Здрасте, здрасте, заходим сюда. Заходим, заходим. Короче. Вы же знаете, да, что действует у нас в России правило, там, что-то защита потребителей или покупателей. В общем, я имею право вернуть ему машину в течение 2 недель, вот. Мы 2 недели будем кататься, только потратимся на бензин, и все. Ну, пожить придется, конечно, у Сереги. Ну, зато такая тачка. Вы, если на ней видео запишете в ТикТок, все, на вас полмира подпишется. Понимаете? Ну, я говорю, у Сереги поживем. Или там в лесу, там, все. Прикиньте, да, многоходовочка. Все, открывайте, батя, ворота. Сейчас покатаемся и... Так, ой, ребята, поверить не могу, сейчас я в нее залезу. Торжественный момент. Все, ребята, это кайф, вот это да! Вот это да! Так, отойдите, отойдите! Товарищ полицейский, все законно. Так, аккуратно, аккуратно. И... Погнали! Да, вот это мощь! Вот это разгон! Охренеть просто! Так, направо и... Да. Так, все, тормозим. Охренеть. Сейчас чё, конечно, не разбил, но, блин, адреналин так и прёт, ребята. Вы посмотрите на эту бестию. Чего? Как он за мной догнал? Я не понимаю, как он меня догнал. Куда? Стой! Куда ты едешь? Офигеть. Стёпа, сфоткай меня, пожалуйста. Телефон следующий у тебя. Вот так вот. Давай на аватарку мне, пожалуйста. Вот так. Опа. Все, фотка. Лиза! Моя фотка. Подожди ты. Так, все, фоткай. Ну, Полина, ну, господи. Ладно, хорошо, все, фоткайся, потом дофоткаюсь. Ну, ребята, я в полном восторге. Я, конечно, маленько сейчас отошел, понимаю, что как-то глуповато, может, я поступил. Но я думаю, мой план сработает, он просто железный. Сейчас покатаемся, потом вернем деньги. Все, ребята, давайте, сейчас аккуратно доезжаем до дома Сереги. И, походу, ночевать я буду в этой машине, чтобы не угнали. Утро, еще одно утро с моим офигенным автомобилем. Вот он стоит, мой пулемет, моя ракета. Ну все, сейчас быстренько покушаю и кататься. Так, что там осталось? Так, Серега, блин, что у тебя так еды мало, а? Нас всех не хватает. Совесть как бы... Ну, Серый, ну блин, мы у тебя всего 3 дня живем. Я вот тебе давал дом на целые 2 недели. Серег. Ну еще денек, ну пожалуйста. Дети уже жалуются, ночью уже не пройти. Ну ё-мо, не так уж мы и много места занимаем. Даже вот Степа в туалете спит. Ладно, хорошо. Все, дети, пойдемте. Видимо, надоели ему уж дяди Сережи. А вот дядя Сережа, я тебе никогда не отказывал в ночлеге. Ой, коврики можешь ставить себе. Петь, пойдем. Ну, Серег, ты меня обидел, конечно. Так, что с дверью? Что, с петель сорвал, что ли? Ну, расшали. Ладно, я тебе потом новую пришлю. Ух, капец. Знаете что? Может, конечно, он и прав, а? Так вот, если подумать, приперлись целой семейкой. Просто я ему сказал, типа, Серега, привет, сегодня мы будем жить и ночевать у тебя. Он принял, но, конечно, видок у него был маленько растерянный. Так. Короче, возвращаем Веном? Ты чё? Нет. Ищем новых друзей, у которых можно пожить. Вы чё, я хочу покататься, хочу. Ну, блин, дети, я только 3 дня катаюсь. Ой, Полин, ну ты чё плачешь-то? Чё, ребят, я что-то перегнул палку, да? Ладно, хорошо, блин. Но это были лучшие 3 дня в этом году. Всё, хорошо. Давайте, вы на Форде, я в последний раз... Эх, на Веном GT.
Погнали. А где все машины? Чё-то я не понял. Раскупили, что ли? Ну, ладно. Не моё, как говорится, дело. Чё, полиция тут ходит? Видимо, их полиция крышует. Нормально такие мужики. Ну, бизнес, конечно, серьёзный. Здрасте, здрасте. А знаете что, я понял, почему вы тогда так торговали за этот лотус. Вы, оказывается, бизнес на машинах делаете. Вот, теперь я понял, и я хочу извиниться. Я для себя покупал, а вы для дела, вам было нужнее. Ну, не суть. Так, Лиза, куда ты лезешь? Дети, вы погуляйте пока, ладно? Мы тут обсудим все дела важные. Мы покатались и поняли, что нам с Веномом не по пути. Там сиденье маленькое для меня, попу жмет, кондиционер как-то не очень работает, видимо, для Америки было сделано. Что? Мужчина, вообще-то сейчас меня защищает законодательство нашей страны. И в законах четко прописано, что 2 недели, не понравилось, вообще даже могу ничего не обосновывать, тупо возвращаю. А вы мне отдаете деньги. Мужик, типа со мной шутки плохи. Это как бы, да, я тебе отвечаю, я супергерой вообще-то. Могу и заставить. Товарищ полицейский, ну чего вы стоите? Вы что, не видите, что тут нарушаются мои права покупателя? Что я творю? Я пытаюсь вернуть свои деньги вообще-то. И этот товар отдать этому мужику. Я сейчас вызову подкрепление. Какое? А, для меня? Да ладно, я сам с детьми справлюсь. Дети, все ко мне! Все ко мне, дети, все ко мне! Сейчас мы без вас разберемся, если вы такие трусливые. Ну, ребята, сейчас мы будем наказывать этого мужика. И все узнают, что вы за супергерои. Стоп. Вы чё, на его стороне? Блин, я чё, по закону действительно, что ли, не прав? Или у них полицейский этот купленный? Что? Стёпа, да всё решим. Это просто полицейский подкупленный. Сто пудов. Блин. Так, ладно, не паниковать. Вы чё? Мы суперсемейка. Всё разрулим. Этот мужик... Знаете что, идите сюда. Этот мужик явно не чист на руку. Я таких жуликов насквозь вижу. Стойте. Стоять. Сейчас, если мы найдем на него какой-нибудь компромат, если вскроем его мрачные делишки, я думаю, все решится очень быстро. Так, только машинку надо куда-нибудь спрятать пока что, чтобы ее не угнали. Ну, ребят, много времени это не заняло. Мы по своим каналам пробили этого чувака, и оказалось, что у нас есть одна очень любопытная наводочка. Этот мужик постоянно арендует этот склад и почему-то очень старается, чтобы никто об этом не знал. Поэтому мы тут залегли на дно. Так, дети, всем лечь. И должны дождаться этого чувака, по идее, по плану, он сегодня снова должен сюда прийти. А, вон, блин, ложись, Полина! Блин, ложись, я тебе сказал, все. Не пались. Тихо. Так, вот он подходит и... Что там такое? Какие-то... Все, вперед! Опа-на, а вот ты и попался. Стоять. Так, все, отрезать ему пути отступления. Так, что это у нас тут такое? Какой-то порошок. Целые бочки порошка. И в ящиках тоже этот порошок. Так, товар. Ага, конечно, так мы и уйдем. Все, мальчик мой, попался. Доторговался машинками. Теперь больше машинок ты не увидишь, лет 20. Так, все, вызывая своих друзей. Дети, отдайте телефон, пожалуйста. У меня тоже в полиции друзья есть. Сейчас приедут. Алло? Степа? Семен? Давай, приезжай. Все, ждем тебя. Ага, у нас тут крупняк. Просто тебе, считай, 2 палки на халяву. Только посмотрите на него. Такой крутой был, а сейчас слезы льет. Блин, разнылся. Да, конечно. Что ты тогда рыдаешь тут? Офигеть. Здрасте. Ну как, все, на мази? Как бы нам дом-то вернуть? Отлично. А это мои деньги? Ес! Все, дети, ночевать у Сереги не будем. И деньги вернут. Офигенно. А машину? А машину отдадут? Ну, Веном. Нет. Ну, ладно. Эх, жалко. Ну, слушайте, а мы ведь, типа, столько раз помогали, там, спасали людей. Типа, а как же за заслуги перед городом? Ну, пожалуйста. Ес! А когда? Скажите, у нас там просто гараж такой огромный.
Офигенно. Спасибо вам огромное. Вот я всегда знал, что есть нормальные полицейские, которые делают свою работу грамотно и честно. Все, спасибо вам. Давайте, а этого мужика, давайте, с глаз с него не спускайте, потому что он тот еще жулик, я его вижу насквозь. Все, до свидания. Дети, пойдем. Все, дом снова наш. Надеюсь, там ничего не успели продать. Охренеть, ребята. Вот это просто двух зайцев, вы представляете? И деньги не потратил, и машину за 8... Ладно, за 10 миллионов долларов получил бесплатно. Ну, пока еще не получил, но получу. Ну, в конце концов, блин, куда мне спешить, да, дети? В туалет? Ладно, все, давайте быстрее, по газам. Давайте, все, ребята, мы поехали в туалет. А вам удачи, всем пока, до завтра.